Пошла запись. Угу. Все, и держи горизонтально. А потом что нажать? А эту вот один раз. Вот эту? Да. А запись-то уже идет? Да. Отходим назад. Снимай меня. Сани, не надо. Самый маленький шарик. Самый придуманный чувак. Еще раз напоминаю правила. Мы что? Мы не трогаем друг друга руками. Это неправильно. Шарик можно и свой, и чужой брать в руки. Так, значит, как только у вас лопнули шарик, вы выходите в команду туда. Давайте границы определим. Вот, да, вот тут все. Да, за забор не забегаем. Не перепрыгиваем, не перелазим. Да гордо иди, на велике не садись. Друг на друга не запрыгиваем. Это моя рука стоит в частности. Итак, да прогремит же! Валера, готов ты? Нет, чё. Давай толкай длинную речь. Да прогремит же бой на этой земле! Всё. Да свалится на эту землю кусочки шаров. 10 шаров. Всех цветов радуги. Тут не всех, не друг. Когда я говорю, вы готовы, вы кричите громко. Да, хорошо, кровожадно. Все готовы? Да! Нет, да. Все готовы? Да! Не слышу, все готовы? Да! Хардкор! Ну и чего? У нас первая жертва. Так, кто остался? Валера, Сережа. Давай. Жанна. И Женя вроде. Ой-ой-ой-ой. Ничего, Оксана. Давай дождем, что скажешь. Давай, пауза. Тайм-аут. Че ты тут ходишь? Еще как у вас ты как появилась. Минитка порвалась. А может, так ты не можешь меня делать? Да, да, мы не останавливаемся, если нет. А че он мне мешает? Можно же так его взять. Нет, нитка оторвалась, давайте добьюсь. Иди. Итак, бой! А Жан ничего никто не трогает. Поговори. Вот это трэш. Он сзади не пал. А, сама себя. Она взяла его за шарик. И умирающая. Давайте только шарики соберем. Да.